Добыча нефти на Кашаганском месторождении начнется, возможно, во второй половине года. Об этом на брифинге службы центральных коммуникаций сообщил председатель правления компании «Казмунайгаз» Сауат Мынбаев. Как известно, прошлой осенью добыча углеводородов на Кашагане была приостановлена из-за утечки газа. Сейчас в нацкомпании ждут результатов экспертизы, которая прояснит причины ЧП. Возобновление добычи во втором полугодии весьма вероятно, но это об этом надо говорить в терминах вероятности. Поэтому я воздержусь от комментариев по, тем более по объемам добычи. После заключения мартовского и принятия инвестиционного решения будет ясны и объемы добычи, и затраты.